Меня спрашивают, что вот они же все-таки до конца не достигли митингующих успехов. Это связано в первую очередь с тем, что все митинги должны быть организованы, должен быть единый центр, должны быть лидеры на местах, и митинги должны быть в том числе и в столице, и в Астане. Десятки тысяч митингующих в Астане и в других крупных городах приведут к слому этого действующего режима. Поэтому, уважаемые друзья, наши действия должны быть организованы. Мы должны знать, как мы поменяем эту власть, кто придет взамен, какое государство мы построим. Вместо этого коррумпированного режима мы должны знать в лицо будущих своих лидеров, кто будет возглавлять правительство. Мы должны знать, что в течение полугода пройдут честные открытые выборы, и наш народ будет избирать достойных депутатов, своих представителей во власть. Чтобы все это было именно так стройно, необходимо, чтобы тысячи людей организовали ячейки, свои ячейки, в чужие не входили, выходили на связь со штабом. Мы подготовим большое количество управленцев по всей стране, тогда все наши действия будут организованными. В наших рядах будут представители полиции и силовых структур. И вот только тогда, когда мы будем так действовать, координировать наши действия через единый штаб, только тогда мы добьемся успехов.